Ребят, всем привет! Я думаю, что это видео выйдет уже утром, не буду над вами издеваться. У нас сегодня замечательные янтарные украшения, которые сами по себе самобытные. Вот, так как все эти модели, они, в общем-то, практически ручники. Может быть, здесь сама рамочка стандартно относительно, но срезы янтаря здесь необычайны и подогнаны, собственно, под весь комплект. Сейчас вы убедитесь. Первое, что у меня есть, это колье. Колье получается $159. Здесь у нас есть цепь, которая удлиняет. Вот такое колье весит 30 грамм, почти 31 грамм, чернёное. И вот такой у нас замечательный срез янтаря. Надеюсь, что при всем моем мощном освещении здесь видно, о чем речь. И, собственно, к нему еще у нас тут есть и браслет, и кольцо, и серьги. Моя мама очень просила, чтобы я лично показала эти украшения, но как-то что-то никак мне не удавалось. Посмотрит она вместе с вами видео. Итак, это $159. Это у нас сейчас на берег Балтийского моря пойдет. Это у нас колье. Так, дальше. Вот тут у меня нет негде развернуться особо. Береговая линия маленькая. Дальше у нас есть браслет. Вот он. Браслет идет, в принципе, безразмерный. То есть начинает запястье 16 и, как вы видите, бесконечно много. Браслет такой получается $149. Не намного, в общем-то, отличается от колье. Тут все зависит от веса, конечно же. Здесь 25,16 грамм. Так, иди, дружи. Дальше у нас идут серьги. Сейчас я их вам покажу. $73. Такие прямо горы напоминают пейзажи. Все это, как вы видите, круглое. Есть овальное, есть квадратное, есть треугольное, но я попросила вот как-то овальное и круглое в этот раз больше. Это $73. И последнее, что нам нужно, это кольцо. И, в принципе, мы собрали весь гарнитур. Вот оно кольцо, $55. И что очень важно заметить, что здесь, ребята, у нас есть возможность его расширить. Так что, в принципе, не имеет значения на какой-то размер. Сейчас у меня на руке 18. Ну, наверное, меньше сделать нельзя, чем 18-17,5. А вот больше, да, размера на 2, можно его аккуратненько разъединить. О, у меня, кстати, маникюрчик новый. Вот такой замечательный набор, ребята. Если кому-то хочется его разделить, я смогу его разделить: кольцо, браслет и отдельно серьги, кулон. Мне кажется, это будет более правильно. Либо забирать все 4 части. Вот это такой комплект номер один. Так, кися, не уходи. Отдельно, ребята, у нас имеется кулон за $88. Я прям вижу, как он здесь будет на таком кожаном жгуте на шее классно смотреться. Кстати, у меня где-то тут есть жгут показать вам. В принципе, это будет, конечно, красота. Ну, не обязательно, можно и на цепочку его посадить. Вот такой красавчик. $88. Вес его 14,57. Он как-то получился в одиночестве.
Так, далее. Сейчас я вам, ребята, покажу как раз тоже такой же кулон. Это другой срез. Но он как раз пришел к нам с родственниками. Тоже $88, но у него сейчас будут тут и кольцо, и серьги, которые идут под срез. То же самое, это разъемное кольцо. То есть его не надо промерять. Вот смотрите. И у нас сейчас покажу серьги тоже. Вот. То есть вот еще раз, так чтобы было понятно. И еще раз вот такой кулон. Видите? То есть тут все идет под срез камня с такими белыми вкраплениями. $88 кулон, $55 кольцо и $77 серьги. Английский замочек. Ну, кольцо вот я... Оно, дело в том, что оно не разжато, я его не хочу деформировать, но, в принципе, оно такое крупненькое. Так, что у нас еще есть из этой всей братьи? Сейчас у меня будет два комплекта овальных, но без кулонов, просто колечко и серьги. Кольцо, опять же, $55. Вот оно не разжатое. Не хочу его мучить лишний раз. Серьги получились $77. И сейчас я вам их продемонстрирую. Сейчас, секунду. Вот. Вот это, девчонки, набор сам по себе. Без кулона он пришел. Можно, может быть, даже вот этот вот одиночный кулон. Но он шел как бы сам по себе. Не знаю, как вам нравится. Можно добавить, можно не добавлять. Это, скажем так, это набор из двушек первый. Потому что сейчас будет второй набор из двушек. Он, в принципе, такой же точно. Поэтому будет очень тяжело. И цена у него такая же получается. Тоже 55 кольцо и 77 серьги. Вот. Такие шикарные просто срезы. Любуюсь. Смотрю на это дело. И даже замолчала в какой-то момент. Вот, ребят, ну все. Это, в общем-то, все по комплекту. Еще раз напоминаю, есть это большой круглый четверка. Есть отдельно кулон. Есть тройка. И вот две двойки. Ребят, разрешите мне воспользоваться случаем и показать вам еще кое-какие украшения из янтаря, которые остались в повторяшках. Кулон, вот такой вот срез шикарный, за $85. Здесь сверху у нас позолота на серебро. Если кому-то нужен отдельно кулон, вот чисто янтарный, вот он. Это раз. Остались у нас за $47 вот такие вот серьги-сосульки. Вот они в срезе. С английским замочком. Это у нас $47. Очень красивая модель. Такая легкая.
О, Алиса проснулась. Алиса, до свидания. Вообще не спала. Ну иди спать. Ярких снов. Вот и поговорили. Я вам скажу, меня это пугает, когда компьютер подслушивает то, о чем я говорю. Так, ребят, у нас сова осталась. Сова у нас осталась с какой-то размер, 18 размер, $37, с лимонными глазками. Были еще зеленые, зеленые забрались. С лимонными глазками. Такая совушка. Так, и осталась у нас пчела. Пчела с прошлого раза еще. Эта пчела у нас маленькая очень. Пчела у нас 16 размер, $39. Такая вот пчелка. У кого, девчонки, размер позволяет, за $39 забирайте. Так, еще хочу вам тоже показать из предыдущих видео. Просто очень хочется уже эти вещи понять. То есть это было отложено и не забрали их. Булавки и кольцо с молочным янтарем. Вот он. Так и остались пока у меня. Цены $49 серьги. Колечко идет на $38. Оно также разъемное. С позолотой. Это раз. Сейчас посмотрим. Тут у меня еще интересные вещи, которые тоже были отложены. Такой же точно, ребята, комплект, но с зеленым янтарем. И, к сожалению, также остался никем не замеченный. Сейчас его попробую распутать. Так, вот. Бирки убийственные. Вот он. Такой же точно, но зеленый янтарь. Очень будет ярко, красиво смотреться. Может, это, конечно, не зимний вариант, но мне кажется, что все-таки мы сами себе делаем весну в душе. Либо, наоборот, зиму. Есть и такое. Такой у нас есть талант такого человека. Строить сам себе тюрьмы самыми высокими стенами. Ну, это такой философский больше вопрос, конечно. Есть у меня булавки прямоугольные с коньячным янтарем. Кстати, очень мне нравится эта модель. Она лаконичная такая. $44 и 38. И как-то почему-то никто не забрал. Но мне кажется, что очень такая она серьезным подходом. Вот, смотрите, как классно смотрится. Так, что еще у нас есть? Есть у меня здесь серьги, довольно новая модель в янтарной волне, $51, такой листочек, классные швензы, по золоту они вообще очень качественно все делают, золото они не жалеют, мы это дело тоже проверили. Пробирной палате, несмотря на бирки.